поснимаем. Давно такого не было. В потворении. Ну сейчас. Выдавили. Все мерзнешь, ходишь? Что такое? Не могу ее запах, не могу ее вкус тут. То есть бывает там чуть-чуть какой-то жареный и если это будет обычно, можно при тебе грубанку икры сожрать, извините за выражение. И ты не обидишься, да? Да, не обидишься, потому что оно тебе не нужно. Я говорю, а представьте, если бы таких было бы много. Выторги пекли, а рыба никому не нужна, рыбу не едим, икра не нужна. Да потому что страшно. Ты нормально, чуть-чуть, я же говорю, вот вы слушать чуть-чуть, моторику надо отработать вот в этих местах, и будет все нормально. Сегодня при разворотах, ты все нормально, ты все хорошо, что тут хлоп. Это реально страшно смотреть. Вот не может и все, ну хоть ты тресни. Я говорю, ну как можно не вывеситься из подвески? Я уже ремни, уже солдат ему опасен. Ну думаю, ну может надо сидит? Я говорю, ну как вот так вот нельзя сделать? Ну вот так вот ногами. Я говорю, ну не понимаю. Налетать сейчас будут идти вниз. О. Смотри, уже поумнее. Слышишь? А смотри, раз, сразу. Первый президент. Всегда забывай крикнуть слово, да, забывай сказать слово. Осторожно. Леша, а то, что ты приземлился, вот только что мы обсуждали, это ты самый умный или опрометчиво? Ты подумал, что оно выключится? Я говорю, сейчас самый умный, начну приземляться, пока наверх можно. Оно же начало немножко поднимать, а потом перестало. А наверное, после этого... На синем это фидака, по-моему, я не помню, он управляет им или нет, он чай. Пока вровень со склоном держит, все быстренько наверх. Раз. Геша летает до этого, до упора, блин. Уже целится. Да, уже тоже целится. Опа! Свалил, да? Я говорю, на посадке крыло сорвало. Да, я.